3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. В качестве повода для разговора сегодня вопросы от нашего телезрителя. Мне не выплачивают деньги на предприятие вот уже полгода. Есть судебное решение, однако руководство это не очень-то беспокоит. Подскажите, куда обратиться? Ситуация поможет разобраться эксперт программы, адвокат специализированной юридической консультации города Гомеля Марина Кистер. Марина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Очень актуальный вопрос, поскольку в подавляющем большинстве должники не спешат добровольно исполнять решение суда. В таком случае телезрителю необходимо обратиться в отдел принудительного исполнения с заявлением по месту нахождения предприятия. Судебный исполнитель предоставит 7-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. В противном случае к такой организации будут применены соответствующие меры. Например, будет наложен арест на имущество, либо на расчетные счета предприятия, что в значительной степени затруднит деятельность данной организации. Также важно знать, что за весь период, начиная с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения, можно проиндексировать взысканные денежные суммы. Для этого необходимо обратиться с заявлением в суд, который выносил судебное решение. И в таком случае денежные средства будут в значительной степени увеличены. Также хочу добавить, что в том случае, если будет установлено, что должностные лица предприятия имели реальную возможность исполнить решение суда, однако это не сделали по каким-либо причинам, то такие виновные должностные лица могут быть привлечены и к уголовной ответственности в том случае, если задолженность была значительной. Спасибо, Марина Петровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.